26 ноября 2015 года ушла из мира яви Светлана Васильевна Жарникова. По древней славянской традиции, в 40-й день ее смерти мы направляем свои светлые мысли и произносим памятное молвление о Светлане Васильевне. Здравия всем! Сегодня сороковина с 26 ноября 2015 года, когда в Санкт-Петербурге скончалась Светлана Васильевна Жарникова. Все мы понесли невосполнимую утрату, светлая память Светлане Васильевне. В этот день скажу о том, какой огромный вклад внесла эта великая женщина, ученый, гражданин, раскрывая древние тайны нашей Родины, Руси. Круг ее научных интересов обширен и составляет ведическую основу культуры народов нашей огромной страны, которая пошла именно с севера. Здесь я буду говорить практически все время словами, когда-то сказанными самой Светланой Васильевной, но они все созвучны с мыслями и словами, которые хотел бы сказать или говорить человек, который интересуется и изучает культуру своего народа и своей Родины. Нам все время заявляли, русские – это вообще не этнос, что это не народ, а так, некая сборная солянка, что это молодой этнос, неизвестно откуда взявшийся. Речь даже идет о том, что мы не коренной народ на данной территории, что мы никто, и звать нас никак. И говорил все это очень серьезно. А в 2000-е годы это стало навязываться и вдалбливаться в наши умы еще настойчивее. Именно в это время Светлана Васильевна Жарникова заявила: «Культуре русов многие тысячи лет». Она верила и доказывала, как ученые, что русская гиперборея была на самом деле задолго до ледникового периода, что русские, народ Руси, родоначальники всех индоевропейских народов мира, что цивилизацию распространили в Европе и далее на юг русские. Светлана Васильевна Жарникова создала много видеоматериалов и статей, и трудов о культуре русов, славяноариев. Эта вся история европейской цивилизации начинается на севере, а именно в Приполярье. Так ли прост Дед Мороз? Где искать гипербореи, орнамент и язык в культуре народов, где рассматривается вопрос свастика, символ счастья, сказки, правда или вымысел, и многие другие. В обширной статье «Древние тайны русского севера» упоминается книга со странным названием «Арктическая родина в Ведах», которая была впервые издана в 1903 году в Бомбее. Автор ее – ученый Бал Гангадхар Тилак. Он посвятил всю свою жизнь исследованию культуры родного народа. Тилак долго и тщательно изучал древние предания, легенды и священные гимны, рожденные в глубинах тысячелетий далекими предками индоариев и иранцев. И вот, суммировав те странные явления, которые были описаны в священных книгах индийцев Ведах и иранцев Авесте, Бал Тилак пришел к выводу, ошеломившего его современников: родина предков индоиранцев, то есть ариев, находилась на севере Европы, где-то около полярного круга. Книга произвела на многих современников писателей впечатление разорвавшейся бомбы. Кто-то считал это заблуждением, кто-то сказкой, а кто-то и фальсификацией. И уж никак не укладывалось в голове, каким образом север Европы мог быть благодатным краем, а ведь именно таким описывали его гимны Ригведы, самый древний из Вед. Основываясь на глубоких научных изысканиях, Светлана Васильевна утвердительно заявила, что у нас не тысячелетняя история, как принято было считать, писать и говорить, а многотысячелетняя. Об одной тысяче лет можно говорить только применительно к принятию христианства, ведь до этого года наши предки не в пещерах жили и не шкуры одевались, не вдруг в европейском мире вошло в обиход слово «гордарика» – «страна городов», как название Руси. На наших землях были эти города, и не в один они день родились, а складывались и развивались в течение многих веков, так как город – это не просто скопище домов, а и уклад жизни, сложившиеся отношения, торгово-экономические связи и место сосредоточения социальных структур, складывавшихся на протяжении многих веков. Князь Олег Новгородский, захватив в 885 году власть в Киеве и объединив вокруг этого центра Русь, ходил войной на Царьград, столицу Византии, и поставил эту империю на колени. А в начале X века князь Игорь, сын Рюрика, послал на Хазар
старавшийся подавить Русь, 500 кораблей, которые имели на борту по 100 человек, и они с боями дошли до юга Каспийского моря. Этой Руси боялись другие народы, с ней считались, ей платили дань. Такая сила и единство складывались задолго до христианства, а значит, и история наша неисчислимо древней. Светлана Васильевна Жарникова в составе группы признанных ученых убедительно доказали аутентичность текста Берестовой книги, опровергая возможность подделки этого уникального исторического памятника, то есть доказана ее подлинность как памятника исторической культуры и наследия. Всемирно признанные ученые и историки высказывали свое мнение о глубокой исторической древности происхождения славян-ариев и их письменности. И Светлана Васильевна в своих глубоких работах, основанных на тщательном, скрупулезном изучении темы происхождения славяно-арийской культуры, с научной точки зрения подтвердила уже, что культуре русов многие тысячи лет. Таким образом, русский народ имеет многотысячелетнюю историю проживания на территории, где находится огромное количество полезных ископаемых, рек, озер, огромных лесов, которые мы гробим сейчас просто с дикой скоростью, и с таким восторгом засоряем свой язык, который крупнейшие лингвисты мира называют протоязыком, засоряем его всевозможными англицизмами и часто называем свою родину этой страной. Стыдно. Да, в этой стране жили наши предки многие тысячи лет тому назад, оставили нам свою память, свои обряды, свои песни, свои сказки и свою ментальность. Ту самую ментальность, которая сохранилась в словах Дмитрия Донского: «Нет больше счастья, чем постоять за други своя». Вот эта вот ментальность, когда сохраняется тот человек, который думает о своем народе, а потом уже о себе, она и есть коренная, основная. И все это в ментальности, в обрядовой практике нашего народа есть, а то, что она древняя, подтверждает все вышесказанное. Если русские люди не являются коренным населением северо-восточной Европы, тогда откуда у них появились и домашние обряды многотысячелетней давности, совершенно идентичные древним арийским обрядам? А слова «раша», «русы», «скифы», «веси», «чудья» – они есть и употребимы во многих странах мира. В английском языке до сих пор наш с вами энтоним, то есть наша принадлежность к народу, роду, его развитию, звучит как «раша». А «раша» или «риша» в санскрите значит «мудрецы». Во французском языке «риши» – это «богатые». Но в древности богатство предполагало богатство знания, а не только материальное богатство. Термин «рус» во всех индоевропейских языках обозначает «светлый», «ясный». Птолемей еще во II веке нашей эры говорил о том, что на севере Европы, между Балтикой и Уралом, проживают скифо-аланы. В скандинавских сагах начала нашей эры говорится, что от Балтики до Урала по всему северу Европы проживают аланы, которых называют рус-аланы или скиф-аланы. Греки еще в раннем Средневековье называли нас скифы-русы. Наконец, Адам Бременский в XI веке говорил о том, что от Балтики до Урала живут так называемые аланы, которые сами себя называют веси или виси. А сегодняшние псевдоученые утверждают, что древний великий народ вепсов был уничтожен славянами на всем русском севере и не вникают в корни происхождения этого слова. Ведь весь обозначает поселение, сосед, родственник. Это древнее индоевропейское слово. Наши грады и веси так и звучат – города и поселения, селы. То есть всячески уничижают славян-ариев, желая показать их ничтожность и малость. Вот слова Светланы Васильевны по этому поводу. «Я действительно была поражена, когда услышала по телевидению, что у нас в стране проводится праздник коренных народов, а русский, оказывается, не коренной народ. Почему коренными считать надо малые народы, а большие что, из воздуха образовались? Мы не дети придурков и не внуки придурков, а дети великого народа. Многие сейчас стараются найти духовный стержень и находят его, например, в йоге. Но во имя чего и для чего? Если вы данными практиками занимаетесь, то все-таки имейте в виду, что в духовном плане изначально этот источник здесь. Вы идете за три моря, чтобы испить водицы, когда ключ, из которого эта водица течет, находится у вас под ногами. Была история, когда в ашрам пришли к одному из учителей и стали ему задавать вопросы о жизни, душе, развитии.
Он, узнав, что те, кто его спрашивает, прибыли из России, сказал: «Все, что вы хотите узнать здесь от меня, я получил у вас, на вашей родине. Именно там хранятся все знания, какие только есть в мире. Надо, чтобы молодежь это поняла и вообще осознала глубину своего исторического пространства. А когда люди дают возможность плевать на себя, в них и начинают плевать. Необходимо понять, обратного хода процессу возрождения славяно-арийской ведической народной культуры предать уже невозможно». Так правильно считала Светлана Васильевна и доказала это своим нелегким в наше время трудом. В своих работах она показала, проявила суть того, что славяно-арийская культура – это наши корни, а человек, как и дерево, без корней жить не может. Та система ценностей, которая существует в современном мире, приводит в никуда. Необходимо вернуться к самоидентичности, к общим духовным ценностям. Надо помнить свою историю. Иначе придут другие и скажут: «Это мы здесь все время жили, вам здесь делать нечего». И еще словами Светланы Васильевны: «Русскому не надо объяснять свое место в истории. Величие моего народа отражено на карте мира». Светлая память Светлане Васильевне Жарниковой. Я в своем лице и, надеюсь, многие, таких же радеющие за великое прошлое, настоящее и будущее нашей великой Родины Руси, благодарим вам. Помним и изучаем ваш огромный труд во славу Отечества!